Спорткомитет Волгодонска объявляет о начале приема работ для участия в фотоконкурсе «Спорт в объективе». Конкурс этот проводится ежегодно в канун Дня физкультурника. К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и степени владения фототехникой. Представить свою работу можно в одной из 9 номинаций. Миг истории. Работы по истории развития спорта Ростовской области. Наши надежды по детско-юношескому спорту. Спорт для всех. По теме развития физической культуры и массового спорта. Спорт в лицах. Портреты и крупные планы спортсменов Дона. Остановись мгновенье. Яркие спортивные моменты и сцены спортивной жизни. Мой наставник. Портреты и крупные планы тренеров. Спортивные курьезы, моменты из ряда вон выходящие. И всей семьей на старт. Сцены семейной жизни. Спортивной семейной жизни с обязательным присутствием в кадре старшего и младшего поколения. Фотоработы принимаются до 10 июня. Проводится этот конкурс для пропаганды здорового образа жизни именно в городе Волгодонске. Привлечь массовость не просто к фотографии, а именно к занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни. Но мы делаем это посредством фотографии. Работа принимается по электронной почте, в электронном варианте. Все требования указаны в положении к работе. Там название указать, автор, контактную информацию, естественно, наличие номинации, принадлежность к номинации работы. Также можно принести их нам в спорткомитет, но тоже в электронном виде.